В зале ЦДК собрались все те, кто не мыслит свою работу без школы, детей классного журнала и доски смело. Те, кто носит гордое звание «учитель». Среди них Валентина Семеновна Фридрих. 35 лет работы учителем математики пролетели для нее как один миг. Учитель любит детей. Дети разные, и подход к ним должен быть всегда индивидуальный. С учителя начинается у ребенка все. Если есть учитель, это же воспитатель, учитель, он же нам рождает наше будущее. То есть детей воспитывает, учит, а потом уже им страну нашу поднимать. В связи с праздником 78 педагогов были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами. Лучшие наставники молодого поколения получили звание почетного работника общего образования. Праздник этот поистине всенародный, поскольку все мы когда-то были учениками, и ваш покорный слуга не исключение. В памяти каждого из нас и сегодня остаются любимые учителя, любимые преподаватели, которых мы вспоминаем с искренней благодарностью. Ведь как бы ни менялись времена, знания всегда были, есть и будут главной человеческой ценностью, а труд учителя – самым ответственным и самым благодарным трудом на свете. Все мы знаем, что создать условия, при которых дети могут раскрыться и в полной мере реализовать свои творческие потенциалы, способны только специалисты грамотные, талантливые и преданные своему делу. В этом году 40 выпускников беловских школ при сдаче ЕГЭ набрали свыше 90 баллов. Сразу две ученицы достигли максимального результата – 100 баллов по русскому языку. И еще одна выпускница получила столько же по химии. По словам самих педагогов, заслуги учеников для них лучшая награда. Хотя и ставшие уже традиционными дни самоуправления остаются приятным подарком. Действительно, смотришь на своих детей совершенно другими глазами. И они встают позицию взрослого, позицию педагога. И действительно, с другой стороны, перед были также отмечены педагоги, которые только начинают свой профессиональный путь. Молодых специалистов в Белове 13 человек. Для них и для всех присутствующих подарком стало поздравление дошколят. Лучей радуги из росинок чистых.